ребятушки, всем огромный привет. Привет, мои хорошие. Мы уже с утра пораньше в дороге. Вот, направляемся в сторону Валенсии. Погода нас что-то совсем никак не балует. Вау! Пол дороги дождик, туман. Мы ж выехали. Мы ж под крышей. Это ж нормально едет. Так что еду я к своей подружинице в гости. Первый раз. И еще никогда у нее на этом месте, в этом доме не была. Куплена, только купила недавно дом. Так что сколько звала, все, у нас не было возможности. Сегодня мы решились, так что поехали вместе с нами, посмотрим и будем искать себе домик по соседству. Так что попрощаемся с нашей квартирой и поедем искать домик. Нечего прощаться с ней, будем ее сдавать. Так что сегодня, если нас не подведет окончательно погода, пойдем собирать спаржу. Все грибы собирают, а вы ж где вы ее собираете? Мы вегетарианцы. Но грибы — это не животные. Нет, не все. Веган так. Ну даже веган можешь есть. Нет, они не едят ни грибы, ни... Как они будут есть гриб-лисичка? Вот, им предложишь съесть гриб-лисичка, а потом им докажи, что это не животное. Ел лису. Да, сидят, когда встаешь, ты там валяешься. Положись он подушку под голову, сделай как в этот. Куртку возьмем, сделай как подушку. Так же удобнее. Что я такая красная? Тебе стыдно? Ребят, еще хотела что сказать по поводу вчерашних видео. По поводу того, что все, что написали, да, опять за отдышку. То, что она есть, я не отрицаю. Но дело в том, что у меня стоит, я подключаю профессиональный этот микрофон, и он максимально чувствительный. Да, и там даже вот если даже просто жвачка во рту, и ты ее не жуешь, даже вот просто когда разговариваешь, если перекинешь со стороны в сторону, кажется, что неимоверный такой же, ну, свинья, ну что ты жуешь жвачку, знаешь? Вот, очень сильная чувствительность, и получается, мало того, что ты идешь в гору, там... Не, ну пусть уже все по разу напишут, там выскажитесь, да, и, короче, больше эту, ну, чепуху не пишите вообще, то есть, ну, тупая. Вы пишите по поводу видео, там, что-нибудь такое. Так, давайте сейчас все вот разом напишите, кому надо, это больше... Ты давайте. Же знаешь, что всегда, ну, писали и будут писать, но просто я то хочу сказать о том, что, да, неинтересно, что... того, что ты идешь в гору, мало того, что сама есть отдышка, я ничего не говорю, но просто еще, может быть, вам очень сильно слышно из-за очень высокой чувствительности моего микрофона. И кажется, я вчера тоже, когда монтировала видео, я тоже это заметила, и я, если честно, я ждала, что мне это напишут и это написали, ну вот... Решила с вами так вот поделиться и сказать, почему это именно так. Потому что если я отключу микрофон для того, чтобы вы не слышали мою, допустим, отдышку, да, тогда вам просто будет ничего не слышно, потому что без микрофона очень-очень. Да, не очень. Встроенные микрофоны в смартах не очень. Так вот. Когда уже перейду, не знаю, может, на камеру со временем перейду. Тогда головоломка надо перекидывать. Не, ну там все равно покупать будет просто большая байда. Но без микрофона никак. То есть свет и звук должен быть хорошим. Даже там картинка может быть не очень четкая, но звук должен быть нормальный. Потому что если тебя будет плохо слышно, тебя никто не будет смотреть.
не захочет слушаться, когда там не перепады звука, за чего и купили микрофон, чтобы людям было нормально слышно. Тепло как-то включило, да? Ну да, я чуть подогреваюсь. Ты тоже включил. Так вот, мне так что-то стало, я так чувствую, что я начинаю краснеть. Чуть протопились. Ой! Ну, видите, как все так пасмурно, небо затянуто. Вот эта трасса на Валенсию. Ехать нам приличненько, так что... Да шо? 200 километров. По испанским дорогам это ничего. А еще когда эта дорога ведет к любимой подруге. Да, еще и покраснеть. Так что так. Все, милашечка, жди нас, мы к тебе едем. Чуть-чуть, скоро будем. Она ругается, она говорит, выезжай в 6 часов утра. Вот в 6... Да мы же можем, у нас еще же звери. 6 часов будет. Комендантский час типа заканчивается, и сразу выезжай. Я знаю тебя, ты как всегда приедешь в этот... В свинячий голос. А раньше-то мы могли, допустим, посидеть подольше и выезжать, а сейчас с этим комендантским часом то сильно не разгонишься, потому что до 10 надо быть дома. Кстати, Мила вчера уговаривала, говорила, чтобы мы это... О, вертолет везут, смотри. Зай, смотри, мы сейчас обгоним вертолет. Да, вон, смотри. Это, просила, чтобы мы приехали с ночевкой. Так он на канале Танисма. Вообще, больше эксклюзивное видео. Испаночка обгоняет вертолет. Шикардос, смотри. Да, защелкиваешь. Вертик мы сделали. Шикарно. Все, ребятушки, теперь мы уже когда приедем, туда включусь. Если будет кому-то интересно, ну, в общем, может, я... еще подводную лодку, если догоним, включимся. Вот, я сниму вам дом. Я думаю, Мила будет не против, если она разрешит сказать, сколько он стоит. В общем, я спрошу у хозяйки и покажу вам примерно, какие дома нет, в Испании. Ну, не все такие, но Валенсии, будем так говорить, приближенные к городу Валенсии. Они, конечно, его покупали, как он был новый, в общем, они его купили так, его построили, но в нем так никто и не жил, потому что там не... были, да, недоделанные, не все сделаны, то есть отделочные работы. Не, ну это и правильно, потому что у каждого свой вкус, я тоже не хочу покупать с ремонтом. В общем, они там кое-что сами там потихонечку работают, так что, если что, я вам покажу и расскажу, поделюсь с вами. Мало чего, может, кто-то планирует из моих зрителей тоже себе домик. Да, жизнь такая непредсказуемая, что-то. Даже, может, те, кто сейчас не собирается, посмотрят и соберутся. Мы тоже не думали, не гадали, никуда не собирались, а тут уже в Испании. Мы остановились выпить кофейку, потому что что-то голову так давит. Вообще погода просто отвратительная. И чувствую, что так как-то аж нехорошо голову водит. То остановились заправиться и заодно выпьем кофе, потому что-то или давление упало, или что. Все эти маски придуренные.
уже приехали, но у меня, как всегда, одно и то же, та же самая проблема, потому что опять микрофон какого-то хрена теряет связь и нет звука. Мы уже приехали в гости. Дорога, конечно, я вам хочу сказать, дом находится в таком месте на любителя. Вот, это моя милашечка, моя подруга, мое солнышко, моя самый-самый мой теплый, дорогой для меня человечек. Это мы с ней преодолевали все трудности в просторах Испании, да. Этот человечек живет в Испании уже 32 года, сама из Киева, в общем. Ну, вот это их новый дом, который они себе приобрели. Они хотели где-то в глуши, в тишине, чтобы далеко от города, в общем, от всего. И вот впервые мы сегодня приехали. Работы, конечно, в этом доме не початый край, так как еще не сделан ни двор, ничего, так как дом был долгое время заброшен. Вот. Ну ничего, были бы силы, как говорится, и все будет сделано. Очень жалко, конечно, что меня вновь подвел микрофон, и я не могу вам передать вот эти все эмоции, наши встречи. Очень-очень жаль. Я не знаю, что мне делать. Такая техника дорогая, профессиональная, а вот такая вот проблема. Это у них бассейн во дворе. Бассейн очень большой, очень глубокий. Но пока они его накрыли, в общем, до хороших времен, так как еще и без бассейна работы, как видите, очень много, но потихонечку они все равно благоустраивают, видите. Вот. Так что скоро будет очень красиво, и там мушмала у них растет. Не знаю, напишите в комментариях, любите вы или нет, но мне очень, очень сильно нравится этот плод, хотя к стыду или не знаю как, но до того, как я попала в Испанию, я никогда в жизни не слышала о таком плоде и никогда в жизни его не пробовала. Но теперь это мой фаворит. Правда, немножечко недоспевший, потому что вчера у Милы были друзья с маленькими детьми. Дети все спелые обнесли. Вот. Ну, оно такое кисловатое, но ничего, я такое люблю, чтобы не сильно приторно было сладкое. Внутри у них 2-3 гладкие, очень красивые, такие как камушки, косточки. Вот такая, в общем, и вкуснятина, и красота. Так, вот такая вот Рената. Да, она стоит. А камин вы сами делали или это был здесь камин? Сами. Талерий делал, которого ты знаешь. Здесь нет, я знаю только. Его, они вдвоем в основном. Я знаю только Чито. Я знаю только Чито. Ну вот это и есть Лерри. Лерри? Его имя Лерри. Чито, потому что Чито и Швили у него фамилия. Ой, мадре мия. Такой, ну, намного меньше дом, чем тот ваш первый, да? Ну так хорошо, так беленькое, все чистенькое. Классно. Ну, а тебе больше этот или тот? Маленькие, конечно, комнатки. Ну. Еще все не то. Не разложено, еще нет шкафов. Все это все заказали. Но еще ждут. И света нет, потому что устанавливают эти солнечные батареи. Нет, ты говоришь, Саша, кто Саша? Я не понял просто. Вот. Такие. Такие две комнатки. Двери тоже черные, вот это все будет черное. И огромный санузел. Все еще много всего.
Опля! Много чего позаказывали, но просто из-за того, что коронавирус, очень долго все идет. Вот двери, говорит, уже ждут 2 месяца. Ну, так как здесь они спешат без коронавируса, а с коронавирусом таки подавно. Ну, вот такой вот домик. Единственное, что Мила не хочет говорить, за сколько они его купили, чтобы на камеру. Так что, извините, я не могу. Вот такой вот маленький, уютный домик. Классно. Ты Шарику говорила, что мы приедем? Я даже не стала его расстраивать. Вон нервничаем. Чего? Плохо работал, ругался на рабочих. Зачем? Рычал на них. Был испорчен день. Все, до свидания. Молодцы. Иди сюда. Ты вообще, я уже так давно, мы уже так давно не виделись, что меня уже все позабывали. Ну да. Иди сюда, ты сюда. Она тоже уже не такая дикая, уже характер поменялся, и уже хочет, чтобы ее гладили, чтобы ее ласкали. Не дерется? Нет, уже все, она хочет, чтобы вот это вот, ой, и вот это вот. Ты же раньше она не давалась, и рычала, и кусалась, вот, не верила людям, а сейчас уже она понимает, что ей плохого. Агаточка, смотри, такая же красота, как у тебя. Да? Такая же красота, как у тебя. У нее прям прям вообще такое было. Но она такая злая была, такая. Да. Мне, может, Ося водички хочет, она близится. Такая злая была. Ты такая была злая, сейчас такая добрая, такая я хорошая. Я ему предлагала, он не хотел. А только прямо водить. Да, он есть, да? Даже не может. Ой, еще есть у Милочки один, ну уже старенький. Такой старенький. Ой, она мне руки облизывает. Здрасте. Все случилось. Да, да, любит она. Такое. Ты красотуся. У меня есть девочка, зрительница. Так у нее этот. У нее питомник. У нее такие крутые. Сфинкса. Да, и у нее разные. У нее есть такие простые, потом с какими-то. Потом ушки вот тут такие, как у эльфа. Левкой. Украинский левко это называется. Ой, не знаю. Там есть вот эти коротколапые, знаешь, такие. Ой, такие красивые у нее вообще. Я когда смотрю ее видео, тоже это прям кайфую. Кайфолик. Я вообще не знаю, как от сфинкса люди говорят, фу, какие некрасивые, фу, какая гадость, фу, какая мерзость. Не знаю, я приятные на ощупь, теплые, хорошие. Они умные очень. Не знаю, как можно вообще там... Ты умная? Уберите. Ты умная? Турецкий чай. А это как называется турецкая фигня? Пуф-бурек. Пуф-пури? Пуф-бурек. У меня, кстати, девчонок много, те, которые замужем за турком. Так что... У тебя будет полная чашка. Ну, хорошо. Будет полная. Главное, чтоб не я. От чая не наполнишься. Чуть-чуть этот шоколад самый вкусный в мире. А я хотела тебе позвонить. Так, кто с сахаром? Кто без я. Ты с сахаром? Я с сахаром. Да, вот этот шоколад самый вкусный в мире. Так, на варенье. Это самое, вилочки на варенье. У нас только папа может включать без сахара. Папа, значит, без сахара. Блин, камин – это сила. Погодите, погодите, сейчас все будет. Мы тоже в своем доме сделаем камин, да? Сразу, первую очередь. Запах. Даже как трещат дрова, это вообще. Бомжарик, то есть. А с чего это? На всех фотографиях я бомж, на всех фотографиях. Ты бомж? Угу. Какая у меня... Всякостная подруга. Слушай, такая пила классная. Чтоб на кухне, да, Мил, такой включилось, кто-то там борща заварил по-быстрому.
пилил овощей. Ну да, пилил. А это ж банда. Ну, такая у нас вкуснятина. Петя пошел, залез на стол, поел масло и взял этому, скинул пачку масла. Этот взял и полпачки масла съел, представляешь? Мы ему потом... Охренеть! И таблеточки, и водочки, и елеточку. Водочки? Шерифу осмотра. Мила, а это, что это за блюдо? Или это «Придумай сам» называется? Вообще, как бы, ну там у меня не хватает ингредиентов, они делают вот типа фидейко называется. Это испанское? Да. Ну это короче, макароны с креветками. Так тут и мидии. С морепродуктов. Креветки, мидии. Наливай. Буду себя. Сейчас буду пробовать дегустацию снимать. Вкусненько. Очень вкусно. Суп из топора. А у тебя есть еще твое пиво? Не, ну я ж одну баночку себе, одну шериф. Ну или шериф придет, мы же еще будем. Да. Не, ну мне потом за руль садить. Значит, пол баночки. Не, я свою же, я шериф там остался. А, ты уже выпил свою? Ну, бля, сходи. Так вот какой. Да, мы пошли погуляли. Что-то главный это... дегустатор молчит, затих. Это ты пережарил. Уже нету, невозможно здорово. Разминка работает, значит. Слышно, это ты получается, ты пережарила лук с чесноком. Никакого лука там я не пережарила. Чеснок. И томат. Нет, просто чеснок положил. А что дало цвет? Колорант? Я потом помад добавила. Ну, рассказывай. Как ты делала? Чеснок обжарила туда, ну, разбила его вот так ножом. Сделала, добавила мидии, добавила креветки, все это обжарила. Потом добавила макароны. Мелкие вот эти. Добавила. Уже отварные? Нет, сырые. Добавила томат, добавила куркуму, вперед, с песней, соль, кубики, вернее, не соль, а кубики. Не кубика сделала. Что? Жаль, вкусно. У меня просто нет сейчас ни горошка, ничего такого. Это так классно. Суббота, потому что я прогуляла. Это баня, это девочки. В субботу я не поехала ничего покупать вообще. Вечером приползли домой. Ну, а в воскресенье все закрыто. Баня в Валенсии или где-то здесь рядом? Нет, здесь рядом, прямо в линии. Минут 10 это. Сауна или баня? Баня. Баня. С вениками. Там дом арендуешь. 120 евро, по-моему. За сутки. Нормально, если толпой. Да. И на сколько человек рассчитано? Сколько хочешь. Дом рассчитан, сколько она была. Значит, было. Майя, Маша, Тоня, Лена, Андрей, я. 6 взрослых. Шериф не ночевал, он потом приехал. И детей было 3. 4-5 детей. Мам, еще и Альба к нам приезжала. На кормежку. Вот.